До Нового года осталось меньше недели, а Красногвардейский район уже готов встретить праздник. Все выходные на его территории проходили, можно сказать, репетиции заветного дня. В разных парках и торговых центрах можно было наткнуться не только на ярмарки, но и на театрализованные представления. Одно из таких прошло в Новой Охте. Пришли на этот праздник всей семьей, вместе с ребенком старшим и младшим в колясочке. Все очень нравится, зажигательно, много людей, весело, музыка, песни, супер. Для тех же, кто еще не украсил елку, в торговых центрах проходят ярмарки. На площадке около торгово-развлекательного центра «Июнь», к примеру, в эти выходные можно было приобрести угощения к праздничному столу, украшения для дома и подарки, которые можно было сделать своими руками. Но, наверное, самым запоминающимся мероприятием прошедших выходных стал приезд легендарных грузовиков Coca-Cola. Красные машины, украшенные яркими огнями, посетили мегапарк, чтобы создать посетителям торгового центра новогоднее настроение. Всей семьей поздравляем абсолютно всех телезрителей с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы этот Новый год был счастливый, у всех были улыбки. Ну и самого лучшего, конечно же, в Новом году. Счастья, мирного неба над головой. Удачи! Я всем желаю прекрасно ответить наступающий Новый год. Любви всем, счастья, взаимопонимания и еще чего-нибудь. Если новогоднего настроения нет, возможно, просто нужно погулять по району, ведь он точно готов к встрече Нового года. Украшения, ярмарки и новогодние представления точно смогут его улучшить, а заодно позволят почувствовать ощущение приближающегося праздника. Елизавета Фролова, Ольга Казанцева, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для K-Insider.